Всех приветствую, Империя Пазлов, война, последняя в этом году, да, скорее всего. А хотя нет, в среду же, да, еще будет? 30-го, с 30-го на 31-го, вот будет финальная новогодняя война. Я думаю, мы эту войну запишем, выпуск сделаем новогодним. А сегодня у нас битва будет. Здесь чуть-чуть не набрали в призыве Вальхалы. К сожалению. Здесь давайте квест. Ой, не квест, а турнир. Без исцеления. Ну, так и оставим. Какая у нас команда есть, такая и есть. Вот. Что еще? Можно попробовать сейчас долбануть в Вальхале. Несколько этапов. Может, монеты выйдут. Сейчас. Где-нибудь вот здесь парочку вдруг выпадут. Ну, всякое бывало, не выпали. Ну и ладно, поехали воевать. Сегодня у нас клан топ, как он называется, это топ ДГЛВ. Язык English, не знаю, какая страна. Может, Латвия, раз ЛВ на конце. Фиг знает. Ну, в общем, соперник серьезный. 4400, 4500. Сразу скажу, что сюда зайдем, наверное, зеленью. А вот сюда зайдем красными. Или сюда. Кто интереснее нам? Здесь Коган, Каган, вернее. Давайте вот сюда зайдем, блин, красный, и все. И не будем даже канителиться. Чтобы время не тратить, война у нас с вот этими шайбами, которые каждые три хода появляются. Прислужники. Ну и понеслась. О, шикарно, стоит 6 камней. Просто под зарядочку. Так, кто у нас сейчас там? Сив активизируется. Раз. Ну ничего, сейчас. Пускай этот черт пробьет. Тир. Слушайте, мы, наверное, затащили этот бой. Хотя, фиг знает. Фиг знает. Этот воскрешается, это контратаку дает. Пошел. Эй, тир. Тир сейчас, блин, будет. Нам крутить. Он же теперь типа бессмертный. Типа того. Типа того. Оп. Ну, мы ему накладываем, а он постоянно будет оживать. Вот. Ага. Вот, поэтому как бы стараемся долбить как бы на тоненького, но в то же время побеждать. Давайте так, сюда, зелеными, или нет, или фиолами сюда зайти, хотя тут два синих, а куда тогда зелеными зайти, зелеными тогда некуда зайти, ладно, давай сюда зеленым, так уж и быть, там Сартана полудохлая, думаю, вынесем ее. Рядом Юнам, Скитл, все четко забурились, так скажем. Кстати, шикарная поляна. Я вам так скажу, что
могло быть гораздо хуже по камням, но поляна выдает. Поляна выдает. Не хочется, конечно, тратить, но ладно. Пускай джун пробьет, так что будет. Джуну дадим ударить. Скитла, минус скитл, но зато вынесли его потом. Тут, знаете, такой некий размен. В плане, что может прийти, может не прийти. И Мики тоже не добили чутка. То есть есть такие как бы нюансы здесь. Ну ладно, нам эти крабы помогут. Видите, добили его. Сейчас зарядимся. Снимем, кстати, вот эту канитель. Здесь надо тоже грамотно так. Раз. Зелень нам сюда подсыпет. Не, не подсыпало, слышите? Не подсыпало. Ну ничего, сейчас Юнан даст перца прикурить. Смотрите, какой он живучий, да? Это бревно. Живучее бревно вообще, капец. Компаньон. Ну, пробьет его с компаньоном. Должно пробиться. Давайте дальше. Пока есть такой запал. Сюда пойдем фиолетовыми или синими? Давайте синими. Где мой магний? Магнетрон. О, сюда фиолетовый зашли на самом деле. Ну, давай, синие, подкатите. Их не хватило. Дед ушел почти в историю. Чуть-чуть ему не хватает. Ладно, сейчас там уже и сип. Готово. От контратаковать. Ну ничего, сейчас. Контратака есть, но мы хильнем сейчас. Блин. Магния. Давай. Решай. Ну капец, я всех истратил на этого чувака. Синие не подъезжают. А вот и подъехали. Эх, хорошо бы подкагано их. А то там это медведица. Так, надо сив как-то снести. У них, блин. Слушайте, вот эти навыки дурацкие. Это просто трэш, вот, честно скажу. Ну, потому что уклонение, замедление там. Походу, тут мы слетим сейчас напрочь. Ну, давайте по максимуму бомбанем их. Видите, я даже не знаю, где тут камни искать. То есть они тут все пробивают. Конечно. Синий не хочет принципиально вылезать. Значит, здесь сив, в принципе, все мутит, крутит, поэтому будем сейчас фиолетовыми ее задрюкивать.
на квинта поставим ускорение. Я все квинта не могу выкачать, блин. Под сифом, разумеется, нету фиолетовых. Тут даже вообще к бабке не ходи. А, вот пришли. Прикиньте. Прикиньте чудеса. Сиф дали снести. Ну, это живем тогда. Чё? Так. Может, здесь где-нибудь фиолы выйдут? Нет? Под Каганом. Ну, знаете, это я откровенно сказать. Так, рискнул. Рискнул. И риск, кстати, оправдан был. Так, так. Даже не знаю. Ну, давай здесь где-нибудь. Фиолетовые. Блин. Тоже та еще канитель. С этими двумя оставшимися. Можно вот так сделать. Раз. Он сейчас хильнет. Чуть-чуть. Ну, даже не чуть-чуть. Эх, сейчас эта дамочка отлетит. Отлетела. Так, пробивание. И как бы вдобавок идет. Сейчас фиолетовый выйдет. Ну, дожмем, дожмем сейчас. Так, так. Мы не будем в него кидать тогда. Сейчас мы зарядим наших шотеров. Вот так вот. Раз. И два. Квинт. Ну, набьем. Последние остались варианты. Это взять этими желтыми вот это пробить, попробовать. Ну и там остатки желтые у меня ни на что не годные, так что тут даже рассчитывать не на что. Обычно в этом бою, когда я ставлю желтых, у меня расчет только на то, что будут на поляне камни. Ну и плюс они же быстрые все. Желтые. Желтые все быстрые. Ну и типа вот это ускорение. Оно позволит дать минус. Ну что, осталось там мартышка. Желтых, конечно же, нету. Мартышка. Тут лечиться будет. У мартышки еще контратака фиг знает сколько будет. О-о-о, мимо. Да уж, мимо это просто... Спарского плеча. Ну, не знаю даже, что тут делать. Как тут завозить. Давай начнем раскидывать этой дамой. Не хватило. Ладно. Один борт я оставил. А вот сюда я захожу просто рандомной командой. 3400 на 1100. Ну, позорище, конечно. Ну, что делать? Ну, и мы просто тут сливаем. Просто-напросто тут сносим. Давайте по красоте сейчас зарядимся.
Ну и на этом будем войну заканчивать. Как бы тут легкий противник последний, я его специально оставил. Совсем такой, знаете, несерьезный. И все. На этом война закончена. Результаты, как всегда, будут в превьюшке, в заставке. Ближе к концу дня, ну, через 10 часов. Примерно сейчас 12, ну, к 11 вечера. Без 15-11 по Москве. Будет превьюха, будет известно. По войне, выиграли мы ее или нет. У этих 13, у нас 18. В принципе, в равном составе, если нормально отобьются. Все, всем пока.